Zamknuto prawa! Крымские татары сегодня действуют под лозунгом «Крым был, есть и будет в составе Украины». Другого варианта нет. Сессия назначается с одной целью – для того, чтобы сегодня предпринять действия, которые положат отторжение Крыма от Украины и присоединение к России. У нас нет сегодня никаких сепаратистских лозунгов, я вас прошу. И вопросов отделения на сессии рассматриваться никаких не планировалось, коллеги. Все, то есть нет, даже не нагнетайте обстановку. Пожалуйста, пускай едут. В чем проблема? Я приехал сюда как представитель Турчинова, исполняющего обязанности президента. Сейчас будет сформировано правительство Украины. Есть огромная просьба. Не трогайте их, пока не будет сформировано правительство. Потом мы спокойно проведем, как положено. Потому что погром позволит им списать все. Мы сегодня за единство автономии в составе Украины. Мы сегодня за то, чтобы в Крыму был мир, чтобы никто не мог вести свои войска. Делаем коридор! Делаем коридор! Делаем коридор! Моя фамилия Сергей Аксенов. Друзья мои, я вас прошу, дайте нам высказаться. А теперь вместе Крыму мир! Крыму мир! Thank you.
первый раз учится. Кому надо ездить за советом Москва? Ленина, Ленина там вдохнула. Мы тут не дураки, бля. Что развели, это мать грёбаная? Не трогайте, это наши журналисты. 10 человек уже, пожалуйста.